Наполеон Хилл. Лучшие цитаты. Когда человек начинает жалеть себя и придумывать оправдания своим неудачам, он начинает постепенно умирать. Чем дольше вы идете к успеху, тем он становится ближе. Слишком многие бросают дело за шаг до победы. Запомните, этот шаг сделают другие. Все, что человеческий разум способен понять и во что он способен поверить, достижимо. Кто вам сказал, что это невозможно? И кто он такой, чтобы так запросто оперировать словом «невозможно» по отношению к вашим задумкам? Ценится не знания сами по себе, а то, как они могут быть употреблены. Отправная точка любого достижения – желание. Держите это постоянно в своей памяти. Слабые желания приносят слабые результаты. Так же, как небольшое количество огня дает небольшое количество тепла. Сосредоточь все силы на достижении желаемого, чтобы у тебя не было времени бояться нежелательного. Определите свои цели, работайте для их достижения, направляйте свои мысли, контролируйте эмоции, действуйте, и вы станете подлинным творцом своей судьбы. Вы найдете нужные ответы, если будете искать их. Если вы бросите дело, не достигнув цели, то, скорее всего, вы просто лентяй. Лентяй никогда не победит, а победитель не может быть ленивым. Ни один человек за всю историю не добился ничего великого, не породив это сначала в своем воображении. Бедность является не более чем результатом нашей лени и безразличия. В мире всегда появляется место для человека, чьи слова и действия показывают, что он точно знает, куда идет. Если вы не способны на великие дела, помните, что вы можете отлично проявить себя в мелочах. Не ожидайте неприятностей, если они и придут, то все равно внезапно. Если вы испытываете непреодолимое желание кого-то опорочить, не произносите эти слова вслух, напишите их на песке поближе к воде.